Судьба уникального подвесного моста в Каринском наконец-то определилась. Он передан на баланс администрации сельского поселения Никольское. Здесь получили на руки соответствующее решение суда, вступившее в законную силу. Уже на следующий день документы были переданы для окончательного оформления в местный МФЦ. Теперь можно смело включать расходы на полноценный ремонт этого объекта в бюджет. Понимание того, как и в какие сроки ремонтировать, в поселении есть. Мост является жизненно необходимым сразу для нескольких населенных пунктов, расположенных по обоим берегам Москвы-реки. Сегодня у нас, можно сказать, праздничный день, в преддверии Нового года. Мы вчера вечером получили решение суда, которое вступило в законную силу. И сегодня вот мы уже передали документы на регистрацию права собственности на данный объект. Мост, соединяющий Анниково и Каринское. Ну и, конечно же, мне хочется пожелать всем людям, которые будут ходить по этому мосту, чтобы они ходили аккуратно, чтобы им было там удобно. Если не возникнет непредвиденных обстоятельств, полностью ремонт моста будет завершен уже в первой половине 2017 года.